мире неизбежны только налоги и смерть, как сказал Бенджамин Франклин. Поскольку налоги являются основным источником финансирования любого государства, то в постоянно меняющемся мире государству необходимо следить за трендами и принимать соответствующие решения для регулирования фискальной политики. Одним из новейших трендов является трансферное ценообразование. Основным посылом трансферного ценообразования является защита налоговой базы каждого государства при внешней экономической сделке между компаниями. KPMG акцентирует внимание на молодых специалистах, и компания предоставляет всевозможные инструменты для развития персонального бренда.